декабре у всех знаков зодиака возможны небольшие эмоциональные перепады, связанные с усталостью и разнообразными мыслями. Овны, звезды дадут вам шанс выполнить все и в срок. На амурном фронте, если и будут споры, то на почве денег. Они разрешатся так же стремительно, как и возникли. Многие проекты на практике покажут себя не так, как в теории. С коллегами будет сложно найти взаимопонимание. Если есть возможность, то от посещения мероприятий в течение месяца откажитесь, иначе потеряете приличную сумму. Тельцы, если в конце года вы будете прислушиваться к интуиции, многие проблемы удастся обойти. Не стоит брать низкий старт в рабочих делах. Возможно, не только препоны в реализации планов, но и разногласия с коллегами и высокопоставленными лицами. Вторая часть декабря подходит для дальних командировок. Не исключены конфликты с близким человеком. Если что-то и ранее вас напрягало друг в друге, то это все обострится. Близнецы, у вас впереди месяц частых и болезненных споров. Будьте осторожны, занимаясь текущими вопросами. Возможно, препятствия, которые свалятся, как снег на голову. Если проблемы не уладить изначально, ситуация дойдет до разбирательств в суде. Большинство будут заниматься устройством личной жизни. Пока лучше отказаться от покупки жилья и переезда. Раки, у вас в декабре будет много рабочих вопросов и иных дел. Придется просить поддержку и совета у тех, кто опытнее и грамотнее в определенных вопросах. Получив консультацию юриста, ситуация наладится. Тем, кто руководит фирмой или занимается своим бизнесом, нужно быть внимательнее к тому, что происходит в коллективе. Сотрудники в этом месяце чересчур безответственны, что приведет к срыву рабочего процесса. Львы, вам в первый зимний месяц нужно соблюдать все правила, связанные с работой. Также внимательно отнеситесь к личной жизни, чтобы не ухудшить отношения. Не исключено, что часть планов придется корректировать. Во второй половине месяца следует создать комфортные условия труда, возможно, увеличение оклада. Девы, если вы хотите прожить грядущий месяц без конфликтов и воплотить задуманное в реальность, нужно стать гибче и дальновиднее. Научитесь подстраиваться под ситуацию и под людей, если это ведет к успеху. Взаимоотношения с компаньонами сложно назвать надежными и крепкими. Требования со стороны коллег или деловых партнеров могут поставить вас в безвыходное положение. А весы, вы в декабре можете рассчитывать на отличный и высокооплачиваемый результат своей упорной работы. Самое главное, не нарушайте обязательства перед деловыми партнерами. Сотрудничество однозначно приведет к успеху, но учтите, что вам придется реализовывать много проектов и укреплять взаимоотношения с коллегами. Ничего не бойтесь и уверенно идите вперед. Скорпионы, хлопотать по работе и дома в начале зимы вам придется немало. Декабрь поставит перед вами задачи максимум, что нужно выполнить в срок. Для основной сферы деятельности будет удачной первая декада месяца. Все сложится именно так, как нужно для карьеры. А вот с 12 декабря многие планы придется резко менять. Зато личная сфера порадует. Здесь все комфортно и спокойно. Стрельцы, вам в декабре удастся сделать все, что нужно. Можно надеяться на силы и энергию. Работы будет много, но вы сможете успешно вырулить из сложных ситуаций. Необходимо заняться атмосферой в коллективе. Не надейтесь, что все наладится моментально. Личные отношения потребуют максимум терпения и корректности. Оставляйте на работе свой командный тон. Дома ведите себя мягче и уравновешеннее. Козероги, вам в декабре нужно во всем действовать планомерно. Никаких отступлений назад или по наитию. Обратите внимание на рабочие, домашние и личные дела. Что-то исправьте, что-то добавьте. Нужно наладить отношения с людьми и участвовать в общественных мероприятиях. Не исключено, что в поддержку себе вы призовете старых друзей. В одиночку вам с проблемами не справиться. Водолеи, вас будут окружать люди, с которыми легко и комфортно общаться. К их мнению вы прислушиваетесь, а это важно для дальнейшего сотрудничества. Не переживайте, если что-то не успеете доделать до конца месяца. А вот общаться с влиятельными людьми будет сложно. Здесь могут возникнуть конфликты на тему совместно вложенных финансов. Чтобы вылезти из долгов, разделайтесь с ними до Нового года. Рыбы, вы выполнили основную работу, поэтому в конце года можете расслабиться и гордиться результатами. Даже если вам придется заниматься новыми проектами, вы их реализуете без проблем. Не исключена помощь от людей, занимающих высокий пост. В целом ситуация спокойная, но без споров жизнь покажется скучной. Главное, не доведите их до повышенных тонов и скандалов. Всем знакам зодиака в декабре не стоит откладывать важные дела на потом. Наступает время для извинений, разрешения спорных ситуаций, возврата долгов. Звезды знают, что говорят.